Хаус. Привет. Это наш четвертый день пребывания в США, и сегодня мы... Третий. Ну, пускай будет третий, если считать день с перелетами, то четвертый, а так третий. И сегодня у нас наконец повезло нашему Кириллу, который приехал в США только для того, чтобы покататься на своем скейтборде. Он тащил скейтборд из снежного Минска через снежную Москву, через холодный Франкфурт. Он привез его в Лос-Анджелес, и у него на скейтборде плохо работают подшипники. Поэтому сегодня с самого утра мы едем в магазин для скейтбордов покупать подшипники. Подшипники, обувь, колеса. Останется только, судя по всему, доска, и то не факт. Ну что, сегодня воскресенье. Улицы Лос-Анджелеса 8:53 утра еще пусты. Пробок нету, и мы спокойно едем в магазин. Ожидается до 29 градусов тепла. И мы поедем. Добрался в скейт-шоп наконец-то. И что делать будем? Менять колеса и подшипники, потому что раздолбались. Подшипники и колеса. А потом куда погоним? Потом в скейт-парк. Тем, что наш Кирилл приехал сюда, в Америку, со своим скейтбордом, он его вез через океан, он его вез... Сначала он его пытался везти в ручной клади его из Минска в Москву не пустили, в Москве мы его упаковали в чемоданы. Чемоданы мы чуть не потеряли, Кирилл первым делом бежал смотреть, не вещи ли приехали, а скейтборд приехали. Короче, мы, значит, сегодня по всему Лос-Анджелесу искали подшипники для скейтборда, заодно с подшипниками еще и колеса, и нашли их. Ездя по разным адресам, нашли их в Венес-Бич. И поэтому остались сегодня на утро здесь. Так вот, Венес-Бич меня поразил тем, что сегодня воскресенье, и, собственно, не только воскресенье, но в любой другой день сюда может прийти любой человек и заняться любым видом спорта. То есть здесь есть все. Начиная от самого океана, серфинга, плавания, вокруг набережной расположены разные спортивные площадки. Вот люди играют в сквош, рядом играют в большой теннис. Тут же есть тренажеры для того, чтобы качаться. Тут же боксерские груши. Чуть дальше расположен огромный скейт-парк, в котором, собственно, Кирилл у нас кайфовал, наверное, часа два. Вот, то есть, с одной стороны, конечно, ты гуляешь по Венес-Бич, и здесь пахнет дурью, но тут же, отойдя на три шага, огромное количество людей занимается спортом.